он тут не найдет. Что, ты думаешь, что забрать? Олег, проси. Прямо налево. She got a pen. I'm good. Oh yeah, here we go. Oh, it works. Yeah. You're good. Thank you. I like stuff. You can agree, yeah. One cup? Yeah. How about the extra card? Oh. Can you give him a pen? I take you another one. Возьми. Русский возьми. А это... Мой. Вот здесь, пожалуйста. Can you write on a ticket, please? Here. Here, I hold it for you. Нет, нет. А ксерокопируйте. Возьмите еще парочку. I can't do the copy. We want to get. Да. Пол билет. А это сейчас. Моя. А, сейчас сделаем. Вот, отдал. Сейчас еще сделаем. Вот два, вот у него. Один. Окей. Can you please, Alex? For Alex. Yeah. Я дам поэтому ксерокопируйте. Спасибо. I beg your pardon. Да, ладно, а сейчас он идет на пресс-конференцию. I beg, so you don't come. Он придет сейчас. Ребята, он придет, возьмите. Look, how you doing, man? Oh, yeah. Hi. How you doing, you all right? You okay? Yeah. Можно я вас попрошу? Если у меня ко мне еще последний какой-то вопрос есть, я сбегаю, оставляю вас. У нас есть хороший чемпион, у нас хороший. Бадди Магер пришел, Джеймс пришел, поэтому у нас полно с ним разговаривать. Сейчас еще Минис, надеюсь, быстро прискачет. Наверное, с третьего или четвертого раунда коллеги. Если в прошлый раз вы сделали достаточно большой упор на физическую подготовку, то в этот раз что больше всего тренировок? Тактическое направление, да, громадное. А может быть, раскроете секрет? Нет. Секреты раскрываются только тогда, когда... Очень больно. Да. Кстати, можно вопрос? Да, последний. Если будет Денис, сейчас раз еще и старый, подряд при всем уважении к вас, не станет ли потом для него проблемой, когда он встретится с более молодым и более активным? Кто? Как? Кто? Назовите имя. С кем? Тот же Штурм, Гилерн Джонс. Наверное, Кука имеет. Да. Наверное, Кука. Штурм, я очень хочу с ним. Да? Я сейчас читаю. А вопрос такой, чего не хватило в бой с Куком, по вашему мнению? Он сорвался. Сорвался на то, что он должен был делать. Коллеги, разрешите сделать небольшое лирическое отступление. Джеймс Тони просил бензопилу, и мы хотели бы предоставить слово компании Interscope и просто вручить ему эту бензопилу.
Джеймс, опасно дарить такие подарки, особенно после такого боя? Может, сейчас просто все здесь распилит. Интерскол. Константин, как развитие русской школы в России и молодежь? Что вы скажете? Где ваша школа и как она развивается? Потихонечку развивается, я думаю, что... Я слышал, школа одна закрылась в России. Да. В чем проблема и почему вы не помогаете ей? Почему я не помогаю? Когда ты теряешь свой контроль, Это не лично к вам претензии, просто вопрос от слушателей. Это не ко мне претензии. У меня была претензия к руководителям. Так будет дальше развиваться русская школа в России? Не, мы любим этих ребят, но в России много толковых бойцов. Очень скоро вы услышите. Новосибирск, Урал, где эти ребята? Это называется... Челябинск, Миасс, Чебаркуль, Магнитогорск. Хочу рассказать вам одно мы оттуда. Здорово. Молодой человек. Мы будем вместе с Костей развивать то, что он начал, то, что касается школ. Будем проводить лицензирование и обучение. Я очень задал очень острый вопрос, потому что школа была закрыта. Я пытался дать туда своего сына, но школа была закрыта. Откройте в скором времени. Давайте конкретизировать. Вы из какого города? Что? Вы из какого города? Москва. Москва? Где школа? Она была в Москве, закрыла школу. В каком месте? Не буду обострять. Я сейчас откроется все уже в другой стезе. Знаете, уже Костя тренер чемпиона мира, и честно, у меня была очень большая мечта. И я работаю с Фрэнком, был в зале с Фрэнком Уорреном во время последнего костяного боя. Мне очень сильно хотелось увидеть Костю победителя, победителя в ринге. Сегодня моя мечта сбылась. Он выиграл. Это человек горел, это человек ринга, это иконы. Без Кости это было точно невозможно. Хорошо, вам помогает правительство России? Нет. Помогает кто-то вам из управления? Простых граждан. Вы сами? Нет, вы. Люди покупают билеты, это и есть деньги. Люди оплачивают интерес телевидения, это и есть деньги. Не более того. Ни одного коммерческого спонсора. Хорошо, Путин лично вручал Косте перчатку. Это все видели. На этом все закончилось, да? Нет. Сейчас не нужно таким категоричным голосом об этом рассуждать. Нужно понимать, что профессиональный бокс – это прежде всего бизнес. Да? Это не то, что осуществляется за счет бюджетных средств. Профессиональный бокс – это то, что рождает интерес, этот интерес оплачивается. Те, кто пришли сюда сегодня, я думаю, не пожалели. Ну, это мы не оговариваем. Мы говорим сейчас о школе Костик Гузю. Это мы с вами договорились еще. А давайте уже перейдем, наверное, к диалогу. Давайте, коллеги, я предлагаю все-таки не отходить режима пресс-конференции и предоставить слово Джеймсу Тони. He said, why the last are on me? No, on me. Oh, hey. I promise if I knock him out, but you know what? I suffered a knee injury in the second round. Everybody probably saw my knee buckle. And I couldn't plant, took my shots. So, hey, he wanna fight. He put a good fight. And it's up to him and his crew. Yeah. Он хотел выиграть бой, но во втором раунде он повредил ногу. Поэтому не получилось, какой план на бой был, не смог он сделать. Вы понимаете, что сейчас выглядит оправданием, то, что вы повредили ногу? Это похоже на заявление Дэвида Хэя после боя с Кличко, что у него болел мизинец, как он проиграл. Я хочу вас перебить и заступиться за Джеймса. Даже мы в углу увидели, что он повредил ногу. Да, это было заметно. Но тем не менее, не считаете, не боитесь, что все будут воспринимать как оправдание? Нет, я просто хочу поэзотеричнее, чтобы относились вы к боксу вообще. Человек рисковал и рисковал своим здоровьем. Травма была видна. Сейчас, секунду, он свой. Look, I ain't David Gay. Everybody saw my damn knee buckle. Okay, you see my knee buckle? You're a blind side of a bitch. Я не Дэвид Гей. Я настоящий боец. Я победитель. И мне говорит, пофигу это, так что я реальный боец. Или would quit.
какой-нибудь, если вместо меня был бы какой-нибудь идет, хотел бы сразу, ну, про этот, выбросить полотенце, а он продолжил, так что... Так пусть расскажет, что у них с ногой. Ну, он, говорю, повредил ногу. Ну, какую? Колено, бедро? Колено повредил, там сухожилие. В третьем раунде оступился, и нога выделила. И нога, да, и да, не смог. На втором. Ну, нормально, как у план даже, был. Да. Нужно было, ну, мы видели это, но не использовали ни одной комбинации, Денис не провел, и даже старался ногу убрать. Господа, разрешите объявить Денис Лебедев. О, Денис! По-русски. Мы переведем, Джеймс. Вы теряли координацию несколько раз во время боя. Колено виновато. Второй вопрос, что дальше? С кем будете драться? No, come on, me. I can't support me. What's next? Me? Yeah. Well, we go back home and decide. I'm not retired. Поедем домой. I'm still your fan. И 100% не буду завершать карьеру. I'm still the current IBA World Champion. We probably me, Greg and my dad will sit down and talk about what our next move. But like I said, hey, he will see me again. 100% я завершать не буду, поедем с отцом поговорим, посмотрим, 100% будете чемпионом в тяжелом весе. Вопрос Дэвиду, Джеймс Тони. Вопрос следующий. Очень много раз, очень много в этом бою, он пропустил ударов, такой специфический удар, чуть снизу, чуть сбоку, Денис слева. Доставал его как раз в уклоне, когда Джеймс сделал уклон вправо, он как раз нарывался на тот удар. Вот Александр Беленький об этом говорил. И продолжал до конца боя Джеймс попадать на эту удочку. Джеймс, почему? То есть 12 раундов вы ловили один и тот же удар и уклонялись упорно вправо. Почему влево не пытались пробить? Не мог просто другую сторону глянуть, потому что нога болела, но вы видели, я не Рой Джонс Джуниор, так что, говорит, любой другой боец бы сразу сдался, а я не из таких. Денис, читатель твоего блога, расскажи свои чувства. Вот бой прошел предыдущий, что ты чувствовал в последние минуты, когда бил, этот человек падал, а ты дальше бил. Это падала легенда. Прошло время, что ты чувствовал? Опиши свои чувства. Просто читатель твоего блога. Знаете, я, может быть, если бы знал, что так будет, может быть, и не, уже со стороны, глядя на этот бой, я, может быть, и не стал бы бить. Но на тот момент я сделал все интуитивно, поэтому я сделал то, что должен был сделать. Нет, это были красивые удары. Я не оправдываюсь, я объясняю просто.
Это все видели. Что ты чувствовал? Время прошло, признайся, что ты чувствовал? Чувствовал, что боль очень, как качели, туда-сюда. И когда я уже потом, только недавно я посмотрел этот бой заново, я увидел у себя много проблем еще и есть над чем работать. Я себе за этот бой с ролем ставлю 3 с плюсом. Вот спасибо. Давайте формулируем вопрос по поводу сегодняшнего события. Один вопрос, один человек, давайте. Пожалуйста. Да, Лучше Виси, скажите, пожалуйста, вот в чем отличие было этого боя от предыдущего с Рой Джонсом, потому что в этом бою у вас было, наоборот, больше преимущества, да, но не удалось нокаут. Не было цели положить нокаут, потому что я знал, кто передо мной стоит, и я понимал, что человек провел нужный бою, и никто его не уложил. Я не считаю себя терминатором, который способен уложить любого. Я знал, я видел в глазах Тони готовность в любой момент ответить. И поэтому я в каждый раз, идя в угол, Костя мне говорил, не расслабляться, внимание до конца. И это помогло мне победить, потому что он был опасен до конца. Джеймс, вы очень часто, особенно в последних раундах, что-то говорили Денису Лебедеву, что-то ему выкрикивали, это отчетливо было видно по видеокартинке. Можете сказать, что вы ему говорили в этот момент, что вы ему хотели сказать? Прям во время боя вы ему постоянно кричали. Мне бы хотелось выразить свое восхищение стойкости Джеймса и сказать, что настоящий мужчина, было видно, что он терпел очень стойко все удары. В связи с этим конкретный вопрос. А что может Джеймс сказать по поводу тяжести удара Дениса? Действительно бьет сильно? Oh, Dennis is a good puncher. I don't know, I'm gonna say he's a harder puncher, but he can punch, you know what I'm saying? Он говорит, может ударить, я не говорю, что он жестко бьет, но он может ударить. Anybody can get hit over the same spot, they gonna feel it. Говорит, все могут ударить Джеймса, но говорит, я не чувствовал. Не попал. Да. Пожалуйста, вопрос РИА Новости. Да, это правда. Я видел, что Тони меня тянул на себя. Это было, как, чтобы он там не ответил. Но я видел, что он именно меня тянет на себя и ждет моей атаки. И в любой момент был готов к контрудару. Чувствуя это, я все равно старался держать свою линию боя. Это, наверное, мне и помогло победить. Я знал вот его оттяжку, я знал вот это справа, назад-вправо, я знал, что это его коронная фишка. И несмотря на это, все равно парочку прилетело таких. Не скажу, что таких точных, но прилетели. Денис, а что вы скажете ребятам, таким как вы, дворовым, таким же, как вы, кто стремится что-то сделать в этой жизни? Вы просто молодым ребятам, молодым бойцам. Я не скажу, что я дворовый, хотя в нашем городе вы так же тренировались, как все ребята. При всем уважении к ребятам дворовым, я, конечно же, у меня были родители, мама, папа, они сейчас есть, и поэтому я считаю себя, наверное, скорее всего, воспитанным своими родителями и спортзалом. Вот там, наверное, все происходило. В спортзале, в коллективе. Бывает так, что и на улице приходится подраться, но смотря какая ситуация, всегда там защитить слабого, там помочь обездоленному, по-разному бывает. Либо самому защититься. Либо самому защититься, да. Но, конечно, все-таки я думаю, что человеком я стал, наверное, все равно благодаря коллективу, общением с людьми, с разными людьми. Но, наверное, это спорт все-таки в первую очередь сыграл роль. У нас просто очень много ребят, кто дерется на улице, но не идет в спортзал. Смотрите, что они делают. Ребята, идите в спортзал. Спасибо.
вас сейчас, вот да, мы все стали свидетелями того, какой мужественный человек Джеймс Тони, что он действительно профессиональный боксер. Нет ли у вас к нему какого-то чувства жалости? В последних раундах его было откровенно жалко, да, травмированная нога, но тем не менее 43 года, может кто-то уже поберечь себя. То, что он говорит про Роя Джонса, да, когда он вам проиграл, и многие сошлись во мнении, что, ну, наверное, уже пора завязывать Роя. Может, что-то можете, вот просто такой дружеский совет Джеймсу Тони. Сказали бы вы ему завязывать со спортом? Или все-таки считаете, что, в принципе, может стоит продолжать? Я думаю, что я не вправе давать ему какой-то совет. Ваше личное мнение интересует? Мое личное мнение. Большое спасибо, что он согласился на этот бой. С уважением ко всей его команде. И то, что он посчитает нужным, он так и сделает. Спасибо, Денис, за ответ. Подождите, я хочу вам представить Грега Коуна, это тот самый человек, который летел в самолете, с которым случилось авиационное происшествие в Варшаве. Этот мужественный человек летел поддержать Джеймса Тони. Давайте поаплодируем, поприветствуем его. James is a champ. He will always be a world champion. You know, it was a rough night tonight. We congratulate Denis Lebedev on a great performance. You know, he's a world champion, and I'm sure he's going to have a great career. You know, Vlad has been terrific to us, and you know, we were expecting a different result, but sometimes things just don't go your way. Джеймс очень сильный боец, но Денис молодец, он сделал все как надо, и Влад очень хороший промотер, очень хорошо отнесся к нам. И говорит, что поделаешь, так тоже бывает, что сегодня была не наша ночь. Денис расстроили, что битком был зал. А там почему зал? Нет, не нужно ерничать по этому поводу. Это совпали, я думаю, длинные выходные, люди уезжали куда-то на длинную дорогу. Но сегодня пришли люди неравнодушные и совершенно разные. Я думаю, что первый раз в России на боксе были фанаты хоккейного футбольного клуба. Люди, которые искренне горячо интересуются спортом, интересуются как-то по-новому. Мы были на хоккейном матче. Это уже не те ребята, как мы, которые выросли на интересе Виктора Васильевича, Виктора Вячеслава. Да? То есть это уже какие-то сообщества людей, объединенные по своему принципу. Но они пришли здесь. Люди себя сопереживали. Но это, может быть, как-то смотрелось, да. Мне комитеты решили. В следующий раз я вам предлагаю, там совершенно четкая организация, есть свои лидеры. Давайте проведем с ними встречу, давайте поговорим с этими людьми. Мы с очень большим уважением к ним относимся, потому что мы хотели вместе на бой. Марко Кубом, болельщики ЦСКА, летели на матч «Правда». Это не богатые люди, это люди, которые там откладывают что-то от своей зарплаты, даже не пойдут куда-то покушать, а пойдут поддержать идею. А идея, она их перевела сегодня сюда. Каждый по-разному реализовал. Да, еще раз, соревнованность. Кроме что, кроме колен, мешало бы, какие-то еще проблемы на рынке? I still fought. A lot of other fighters would quit, you know, turn their back, or be a news reporter. A scorning news reporter. But I kept on fighting. Hey, I tip my hat to Denis Lebedev. He fought a great fight. He beat me tonight. He's a better man tonight. But I got like this. He will see me, you know. Он говорит, нет, кроме колена ничего не было, но очень сильно болело. И говорит, хочу вот этому репортеру, кто сказал, что я обязательно вернусь и докажу, что я хороший боксер. Денис дрался великолепно, говорит. Он был сегодня лучшим, так что я вернусь, ждите. А если представить, что обычный рядовой болельщик бокса, который смотрит по телевизору, вам какой был бой с участием Дениса было бы интересно посмотреть? Кого бы ему хотели в соперники, чтобы это был прям очень зрелищный бой, который вы бы посмотрели?
You don't want to ask? He said like. Did you have interest in Hopkins? Hopkins Tavra? No, he better go ahead and put on Michael Hook again. Michael Hook again. Michael Hook again. Or Fujani. Who? Fujani, the WBC champion. He is WBC champion. But you know what? Yeah, I wish I did. All he gotta do right now, the hardest part was, the easy part was winning the title. The hardest part starts, Dennis. The defending title, that's the hardest part. Good. Best of luck to you, man. For real. Mean that's good. I'm glad you just, you know, you came through. You've had two good fights, and you're learning from stuff like this. Привет. Денис дал очень великолепный бой и будет болеть. Желает удачи ему. Я думаю, мы живем счастливое время. Мы здесь видим живого. Stay focused. Легендарного боксера. Будь в фокусе. Stay focused, Денис. Stay focused. Будь в фокусе, говорит. Ну, будь сконцентрирован. No girls. Без девочек. У нас сегодня вечер подарков, и у Джеймса Тони есть бензопила, и давайте подарим и Денису тоже подарок. У спонсора уже есть, по-моему, что это? Это потомок. Мойка высокого давления. Знаменитая фамилия поперек горлов. Компания Интерскоп. Это не тебе подарок, это твоей жене. Спасибо. Продолжаем пресс-конференцию. Еще вопрос. Никита, Спорт-Экспресс. Да, у меня к клиенту вопрос. Рой Джонс после боя сказал, что чувствует себя в Москве как Майкл Джексон. Настолько популярен. Он настолько что-то... Извиняюсь, Джеймс хочет сказать, чтобы поблагодарить Агаларова Стейт и господина Агаларова. За все, что он сделал. They've shown me great love, so I've been there for the last two and a half weeks. It's a great place to be. Anybody come out to buy your houses there, whatever, you know. Он говорит, предоставил великолепное место, чтобы быть две с половиной недели. Агаларова стоит великолепное место, так что покупайте там дома, и вам будет хорошо. Давайте по очереди. Oh man, I love it up here in Russia. I mean, people over here are great, all but one person. A jackass, but I've had fun. I mean, people over here are great. You guys have been very misleading by the American government. Everybody was saying how bad Russia was and how ugly it was, but when I got here, I fell in love with this place. I love Russia, I love the city, I love the people here. Здесь, говорит, прекрасные люди, ему очень понравилось, но до этого он думал, русские все такие некрасивые, это, но он сейчас, когда приехал, увидел и поменял свое мнение. Если честно, там в Америке все так думают, пока не приедут и не смотрят. Так что это не только его мнение. Я вам честно скажу, вы даже не можете себе представить объем и сердечность, которым их приняли в Агаларов Эстейт. Какое-то красивое место, оно может быть не для всех доступно, но это... личная позиция руководителя и личная позиция любого из нас — это гостеприимство. Человек должен быть человеком, в приоритете должны быть общечеловеческие ценности. Даже не ожидая, что тебя где-то примут так же, ты должен делать это. Лучше увидеть один раз своими глазами, чем тысячу раз сказать об этом. Пойдите, посмотрите и сами зацените. Мы устроим поездку для вас. В России такого еще нету. Спасибо большое. Пожалуйста, вопрос чемпиона. Вопрос Джеймса Тони. Вот все, в том числе, в первую очередь, точнее, они в том числе ждали какого-то сюрприза на протяжении всего боя. Какую-то высадку, может быть, какое-то экстравагантное поведение. Почему ничего не было? Почему это сюрприз? Если был план Б, то в чем он заключался? I keep saying, but when I have a knee, you get a laser plant. I couldn't plant,
So I apologize. I had a bad night. Everybody's had a bad night. Yeah, yeah, good. I said, hey, give Dennis credit. He won the fight. Straight up. He was more aggressive. He beat me. And like I said, I will be back. Thank you. Он дает большой кредит Денису. Хочу вас попросить об одной милой любезности. Давайте одной тоже 500 раз, да. Не надо спрашивать. Давайте сейчас договоримся. Пять последних вопросов сегодня, то, что оба участника боя устали. И начнем с девушки Риану. Сдали, пока сдали пробу и ожидаем результата. Это очень такая интимная, тупая процедура. Я не думаю, что вам это будет интереснее. Давай поинтереснее вопрос, пожалуйста. Вы. Вопрос такой, план на бой, да, наверняка будет там план Б, план В. Скажите, с чем-то вас же никто не время, что пришлось, ну, грубо говоря, были какие-то вещи, которые пошли не так. Пришлось по ходу вот решать вопрос, что называется. Либо все, в общем, пошло, как и ожидалось, и ничем не было. Все прошло, как в принципе ожидалось. Единственное, что мы знаем, это такая штука, где фигурит может быть в любом раунде. Чуть-чуть зевнул, и бац, вторая смена сразу. Все по-другому. А так мы, конечно, ожидали тяжелый бой, потому что некоторые люди высказывались в интернете, что Джеймс уже не тот. Но я знал, что это будет еще тот бой. И не хочу сказать, что в этом бою мне было легче, чем второй. Мне было в этом бою тяжелее. Стоп. По одному вопросу. Это третий вопрос. Вопрос Джеймсу Тони. Тельняшки. Сильнее, 8 жиров или 10 жиров? Спасибо. Что? Кто сильнее, Василий Жиров или... No offense to Dennis Edwards, but Jeff was stronger. Stronger and more aggressive. And but you see what I did to him though. He was tired now. Aguilera States, holla. Оба сильные, так что у Дениса руки были быстрее, и Агаларова Стейт, привет. Я снимаю перед вами шляпу. Can he take off his hat in front of you? Я бы хотел задать вам вопрос. Это газета «Стагоскоп». Джеймс, вы говорили о том, что Денис не моего класса, соперник. Как вы сейчас думаете о классе Дениса, как он на уровне вас, либо ниже классом остался? Man, I'm a Hall of Famer, man. Come on, dog. I'm going to the Hall of Fame. This, he's going to get there. He's a world champion. Последний вопрос. Давайте, чемпион мира, я даю ему кредит, так что давайте задавать. Последний вопрос, господа. Джеймс, скажи, пожалуйста, Денис планирует биться против Тарвера? Уже спрашиваю. Кто победит? Теннис. 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 Вадим Магир закрыл трубку, пресс-конференция закончена. Спасибо, господа, в завершении пресс-конференции...